Всем привет, с вами Кононова Аня, и в этом видео я хочу вам рассказать о том, что мы, у нас радость. В нашей команде, на нашем проекте мы подтвердили статус партнер, а это говорит о том, что мы получили 5,5 миллионов рублей. А в эквивалент на доллары это 80 тысяч долларов, и я думаю, что это круто, это классно, потому что это было всего за 5 лет. Конечно же, хочется сказать огромное спасибо тем людям, без которых у меня это бы не получилось никогда. Это, во-первых, компании партнеру Faberlic за то, что они такие надежные, за то, что они делают каждый каталог такие шикарные акции. Это хозяину компании Алексею Геннадьевичу Нечаеву за то, что он всегда нас поддерживал и всегда нами гордился, всегда нас награждал, всегда был рад нашим новым статусам, даже чеки лично выносил и поздравлял лично, это очень-очень приятно. Также хочу сказать огромное спасибо своему любимому, дорогому мужу, который меня всегда поддерживал, да, с уровня старшего директора, мы с ним рука об руку уже росли, он уже уволился с работы по найму, и большая часть бизнеса, особенно техническая, перешла на него. И тогда у нас, конечно, все завертелось, закрутилось в 100 раз быстрее. Огромное спасибо моему наставнику Николаю Андрейко, нашему, вернее, с Антоном наставнику Николаю Андрейко, потому что это человек дела, это человек слова, это самый лучший наставник на свете, потому что это просто невероятно, когда он рядом с нами в любое время дня и ночи, лишь бы у нас все получалось, даже на статусе партнер он нам помогает, он с нами созванивается, он за нас болеет душой и сердцем. Коля, огромное тебе спасибо от нас с Антоном, ждем тебя в гости. Потому что это, не знаю, наверное, треть успеха точно твоя, да? Вот. Огромное спасибо, самое, наверное, важное, это огромное спасибо моей команде, которая шла за мной, которая верила в меня, которая хотела быть рядом, быть, развиваться, быть выше, лучше, сильнее. Недавно в постах я в своих писала, что я очень люблю людей, которые развиваются выше, которые не уповают на судьбу, ни на что не жалуются, а просто идут и делают. Да, то есть у меня такая команда. Команда насчитывается сейчас более 210 тысяч человек с разных стран и городов. У нас более 20 стран в структуре и более 300 директоров и огромное-огромное, просто обширное количество покупателей, потому что компания Faberlic много акций, и с помощью этих акций по продукту, по бизнесу, да, мы растем как раз-таки, да, потому что вот такие крутые акции, которые делает компания, да, такие как «Быстрый старт», это просто невероятная крутая акция, где можно зарабатывать просто баснословные деньги. Люди просто, я не знаю, люди просто даже не представляют, что они могут это заработать. А когда они приходят и зарабатывают, радуется за них душа. И, конечно, огромное количество ответственных лидеров в структуре. Статус партнер – это 24 директора в нашей первой линии, да, то есть глубину более 300, а на самом деле 24 директора всего лишь первой линии. 24 человека, которые когда-то поверили в успех и пошли за мной, да. Есть и рубины, и бриллианты, и элитные, и старшие национальные, и так далее, директора. И это, конечно, греет душу, что компании Faberlic, конечно, места хватит всем. Приходите, развивайтесь, работайте, зарабатывайте. Для вас двери всегда открыты. Лишь бы вы поверили в себя, в свой успех, в то, что вы сможете. И действительно, очень часто бывает такое, что человек ставит себе границы, не подумав о том, что он сам их себе поставил. То, что загляни ты за забор своих границ, ты увидишь огромное количество счастливых, довольных людей. Но и ты можешь быть с ними, можешь быть вместе, можешь быть рядом и вместе отдыхать, ездить. Да, сколько стран мы объездили? Более 11 стран мы точно объездили. Я могу сказать, что это
невероятное впечатление. Всего за 4 года 11 стран. Да посчитайте, сколько поездок в год у нас было, а сколько курортов было, да, Доминикана, Шри-Ланка, Бали, Италия. Это просто... Я вспоминаю, я Тунис, Таиланд, Турция, боже мой, где мы только не были. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Белоруссия, Украина. Ой, даже сейчас не вспомнить, ребят, представляете, сейчас все даже не вспомнить. Я очень рада, что так все сложилось, что все-таки мне попалась компания Faberlic, все-таки я тут зарегистрировалась, все-таки я начала развиваться. Вкратце, как оно все получилось, да, я думаю, этот вопрос очень многих интересует, потому что меня очень часто спрашивали: Анна, как вы смогли всего лишь за 5 лет сделать такой статус, да? Ребят, я просто не знала, что это тяжело. Вот понимаете, вот как раз вот про эти границы и хотелось с вами сегодня поговорить. Вот эти вот границы, когда вы ставите их вокруг себя и думаете, что это не ваше, что вам это не дано и так далее, вы просто ошибаетесь. На самом деле весь мир наш. Поверьте мне и действуйте. Действуйте, тычьте кнопки, ведите вебинары, рекрутируйте, запускайте рекламу, запускайте роботов, запускайте автоворонки, спамьте, если вам это нравится, делайте все, что вам хочется, для того, чтобы у вас был результат. Ведь компания Faberlic платит белые деньги. И у нас с вами самый добрый, самый классный бизнес. Согласны со мной? Самый добрый, самый классный. А как вы думаете, почему он самый добрый, самый классный? Мы с вами не просто набираем команду и с помощью нее зарабатываем. Ведь если мы не обучим людей получать деньги, мы ведь с вами сами ничего не получим. А это говорит о том, что наша с вами профессия – это делать людей успешными. Чем более успешен ваш лидер, тем более успешны вы и больше зарабатываете денег именно вы. Без команды мы никто. А это значит, что нужно обязательно верить в свою команду, обязательно ее учить, обязательно ее сопровождать, и все получится. Очень многие директора, даже драгоценные некоторые директора, боятся обучать, брать на себя ответственность, вести прямые эфиры, и очень много теряют в росте именно из-за этого. Я люблю сопровождать структуру, я люблю сопровождать команду, я люблю быть рядом, несмотря даже на то, сколько вопросов, в каком объеме, в каком количестве. Я знаю, что даже если я не буду справляться, мне моя команда и поможет, мне помогут мои лидеры, которые тоже хотят расти, работать и развиваться. И когда создается команда, где один за всех и все за одного, конечно же, получается взаимовыручка, взаимоподдержка. И вот тогда и получается огромный, колоссальный, классный прирост. Ребят, статус партнер за 5 лет работы с компанией Faberlic подтвержден. 5,5 миллионов получено. И я желаю каждому, чтобы и вы смогли получить эти 5,5 миллионов. Какие мои дальнейшие цели? Вы сегодня мне задавали этот вопрос в сторис Instagram. Какие мои дальнейшие цели? Так вот, у меня следующая цель – это, конечно же, старший партнер, потом генеральный партнер, и мне этого очень хочется. Генеральный партнер – это премия 55 миллионов рублей. И я в нее не верю так же, как и не верила в партнера. Вот хочу, но не верю. Знаю, что могу, но это же невероятно. Да, то есть вот такие вот ощущения прямо колет и греет душу, и ты понимаешь, что нужно идти вперед за теми, кто уже это сделал, да. Все вы знаете, что у нас в Польше открылись старшие партнеры, да, в компании Faberlic открылись старшие партнеры, и это круто, ребят. И я знаю, что может быть на моем месте каждый. Почему может быть каждый? Да потому что у всех две руки и голова. Вот, и... Конечно же, я хочу вам сказать очень такую откровенную вещь. Если бы когда-то, однажды, я бы не психанула, может быть, я бы и не была сейчас в таком высоком статусе, но бесконечные долги, пени на кредиты,
Когда мы жили в одной квартире вчетвером, у нас не получалось ничего, да, то есть, и вот мы уже уволили тогда с работы, я ушла в декрет, да, и такая ситуация возникала, что мы понимали, что, ну, уже хуже некуда. И вот тогда и получилось у нас оттолкнуться от самого дна и лететь вперед, понимаете? С одной стороны, да, нас, можно так сказать, прижала жизнь, и мы стали расти, работать, зарабатывать. За 4 месяца с момента регистрации мы открыли статус директора. За год мы открыли статус рубинового директора. Да, за сколько же это? За год и 2 месяца мы открыли статус бриллианта. За 2 года мы уже сделали старшего национального директора. За 2,5, извиняюсь, да. И вот мы подтвердили статус партнер за 5,5 лет, как мы сотрудничаем с компанией Faberlic. Такой чек еще пока никто не подтверждал, но я думаю, что сейчас все захотят его открыть, потому что дорога проложена. Дерзайте, дерзайте, все преграды в нашей голове. Мечтайте, летайте, трудитесь, развивайтесь, обучайтесь. Это человек рожден для того, чтобы развиваться и обучаться. Вы со мной согласны? Поэтому жду вас всех в свою команду, научу вас тоже быть партнерами, научу зарабатывать вас реально хорошие, крупные суммы денег, чтобы вам на все хватало, чтобы у вас все было хорошо, несмотря ни на что. Как говорил, кто это, кстати, написал? Напомните мне, пожалуйста, в комментариях, кто это написал. Деньги это, конечно, ветер, деньги это, конечно, ни о чем. Но когда что-то случается, грустить лучше в Мерседесе, да? Или грустить лучше на Канарах. И жалеть себя лучше на Канарах, да, в каком-нибудь крутом дорогом бассейне или на берегу моря, нежели грустить в какой-нибудь, да, хрущевочке, не знать, где взять денег на хлеб. Согласны со мной? Ну и, конечно, всякое в жизни бывает. Деньги всегда всем нужны. И тот успех, который за вами приходит, и те деньги, которые к вам приходят, люди просто вот будут вас поздравлять, у вас будет признание, успех, вам будут чек на сцене давать, вас будут возить бесплатно по разным странам и городам. Это тоже шикарно. И Фаберлик это все дает. Вот так вот, ребят. Поэтому решайтесь, кто уже зарегистрирован, обязательно засучите рукава и работайте. У вас все получится, если делать. У вас все будет хорошо, если вы будете обучаться и слушать тех, кто вырос, а не ныть в толпе вместе с теми, у кого ничего не получается. Берите пример всегда с успешных лидеров. Я очень много на каких лидеров подписана на Ютубе, и я их всегда слушаю. Я их всегда слушаю. И я понимаю, что, может быть, если бы я не слушала лидеров высоких рангов различных компаний, не обязательно даже MLM-компаний, я слушаю всех, да, я бы вам могла сказать, что, может быть, у меня бы и не получилось. Но когда у меня были какие-то сомнения, YouTube не в помощь. Я смотрела, обучалась, мотивировала. И знаете, самое главное, что я поняла? То, что вот к нам в структуру сейчас очень много людей просится на перерегистрацию. Но у этих людей ничего не получится, они ничего не добьются, если они сами не возьмут свою жизнь в свои руки. Пока человек будет уповать на судьбу, у него ничего не получится. Это факт. Нужно любить себя и побеждать себя, да? Потому что наш бизнес это как спорт. Если вокруг вас пробежит хоть 10 человек, да, то похудеют они, а не вы. Так ведь? Если, допустим, вы хотите похудеть, и вокруг вас будут люди бегать, они же не похудеют. В смысле, они похудеют, а вы же нет. Согласны со мной? То же самое бизнес. Кто бы как для вас, что бы ни старался делать, у вас ничего не получится, пока вы сами не засучите рукава и не начнете это делать. Поэтому, ребят, желаю всем удачи, роста, везения, во всем вдохновения. Пусть вам будет море по колено, горы по плечо. С вами была Кононова Аня, новый партнер компании Faberlic. Я очень счастлива. Я очень счастлива и каждому желаю такого счастья. Всем пока-пока. Удачи вам.